Итак, дорогие друзья, теперь мы с вами попробуем так называемый slow motion. Slow motion — это замедление движения. Я вам скажу так, что делает пилот первого самолета. Мы сейчас два самолета сделаем. Подождите. Вот второй самолет. Допустим, второй, да? Второй. Этот мы сейчас отключим. Увидим этот и в нем изменим, сделаем еще одну так. Берем. Так. Нет, неправильно. Вот этот пускай будет синий у нас, но мы ему сделаем окраску другую. Красную, допустим, да? Так, поэтому этот синий, этот красный, все отлично. Отлично, все сделали, все хорошо. То есть вот у нас два самолета. Что происходит, если один самолет уже зашел в хвост, вот этот гад синий зашел мне в хвост, да? И пытается меня расстрелять. Прям шестерка так называемая. Что я должен сделать как пилот? По идее, поэтому и нужна бочка. Бочка, она по сути дела, во-первых, не дает прицелиться, как я понимаю, если правильно понимаю пилотаж. Во-вторых, она замедляет движение самолета вот этого, да? Когда он делает бочку, а этот пролетает, и мы меняемся местами. Я ему кейк сзади. Поэтому попробуем сегодня с вами этот вариант. Итак, первое мы делаем с вами для этого самолета нашего. Так, это вот первый, да, первый, это синий. Второй – это красный. Вот. Мы для него сейчас сделаем сплайн. Сплайн сделаем таким образом, что мы возьмем вот этот хеликс, да? Так, развернем его. Так, развернем его по… горизонтали. 90 это много. 90. Вот так. Далее зайдем в этот хеликс и начнем объект. Начнем его растягивать. Так. Нет, не старт радиус. Где у него размазан? То есть мы с вами будем делать размазанную бочку. Вот. Ну, это большая сильно. Так, допустим, да? Так, как мы можем ее сжать? Вот так, допустим, да? И опять же уменьшить ее вот так. Вот. Да, то есть вот так оно. Нужно, наш красный самолет должен вот так крутить ее, эту бочку, вот в этом месте, начиная, тем самым пропуская вперед вот этот самолет. Поэтому мы сейчас с вами сделаем, превратим в объект. Дальше униформу не забываем. Переходим сюда, берем здесь и тащим его вот сюда. Начальная точка наша будет, да? Вот так начальная точка будет. И здесь будет выход. Вот так. Так. Но здесь нам нужен красивый вход. Поэтому мы зажимаем Shift, берем вот этот, зажимаем Shift и сглаживаем. Вот так.
Здесь тоже можно немножко сгладить. Так, делаем отлично. Отлично. Такое растянутое. Заходим сюда. Ну, вот так заходим сюда и говорим, что это hard interpolation. Так, здесь тоже hard. А дальше уже пойдет мягкие дела. Все отлично. Нет, это не нужно. Прекрасно. Дальше мы должны наш аэроплан загнать в ноль. Вот у нас есть ноль. Так, вот он ноль. И у нас есть возможность покрасить, сделать сферу, сделать побольше. Вот, чтобы мы видели, куда идет этот ноль. Вот сюда он идет. В бейсике мы можем сказать он, еще раз он, покрасить его, допустим, какой у нас красный, да? Вот так, красный, окей. И конколор сделать тоже красный. Вот теперь мы знаем, что этот ноль для красного самолетика. Так, далее. Далее мы делаем следующее. Мы сюда, так, ноль у меня и вот здесь, да, мы сюда закидываем наш аэроплан. Второй, да, по-моему, у нас. Вот так. А этот пока отключаем. Ну и теперь сюда мы ставим тег Cinema Spline. Вот сюда. Вот сюда, да? А Helix забрасываем в Spline сюда. Так. Так, куда у нас пропал аэроплан? Интересно знать. Ну, он где-то там, короче, убежал. Сейчас. Вот он, видите. Вот он. Куда не пропал, просто сдвинулся. Итак, когда мы зайдем сюда, то мы скажем первое, что вот эту нажмем кнопочку. У нас несоответствие идет аэроплану, подождите, координаты, да, мы должны его сделать вот сюда, вот так, вот теперь все верно, то есть вот здесь мы должны поставить сначала так, потом проверить на X, да, вот на X он очень хорошо встал, и это первая наша позиция. Прекрасно. Дальше мы начинаем крутить вот это вот процентное отношение. Вот он якобы так делает, да. И приходит вот в эту. То есть эта позиция, передвигаем сюда. Это позиция номер два. Чудненько. А дальше мы начинаем финтить уже. То есть мы переходим сюда, здесь, и начинаем двигать его. Стоп, 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 мы что-то не доделали. Так, у аэроплана. Он почему-то перестал двигаться.
Интересное кино. Так, назад сыграем. Один. Все правильно. Здесь меняем на x, продвигаем сюда. Что-то я забыл нажать. Продвигаем позицию на 100 и тоже говорим, что это вот позиция вторая. Два ключа у нас сейчас. Вот они, два ключа. Так, если мы подошли вот сюда, поднялись вот так на горку, то здесь мы должны в аэроплане изменить его движение, допустим. Так, ну-ка. Вот. Ладно, это пока оставим так. Вот так. И скажем окей. Нет, здесь должен быть сначала 0, по-моему. Или пускай он заходит так. Все правильно. Пускай он так заходит. Вот с 0. И будет 0. Вот он с 0 должен заходить на бочку. Здесь может быть у нас тоже еще 0. Вот, то есть он летит. Вот здесь он полетел. Раз, начал готовиться вот так. Сюда заходит. Тут он начинает разворачиваться в другую сторону. Так, заходит опять наверх. И тут он разворачивается уже вот сюда. И ползет. Нет. Так, вот он так пошел, так пошел, так пошел. Я сюда. Вот здесь он должен выпрямиться уже. В ноль. Ну, проверяем. Прекрасная растянутая бочка получилась. Сколько потратили времени? Ну, 13 минут, хорошо. Вот тут он должен так, 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 так.